Смотрите, какую у нас качели сделали. Вот она так высоко-высоко-высоко привязана на дерево. За ветку тут вот залезли по дереву наверх и привязали. Тут очень много детей катаются, тут вообще здорово. Вот так вот весело можно гулять. А так здесь площадка вон там вот. Вот. Качели. Вот качели. Там горка детская. Вот. Вот здесь вот с правой стороны садик. Правда, там сейчас никого не видно, никто не гуляет. А так каждое утро тут гуляют дети. Все как положено. У нас зеленые листочки на деревьях, но еще прохладно. Ветер очень холодный. Поэтому мы еще в куртках. Хотя уже раздевались, было там два денечка, когда было тепло. Куртки снимали. А сейчас опять стало холодно. Все небо в тучах. Вот там аллейка, которая ведет к нам дом. Вот так вот. Смотрите, как у нас дети рисуют на земле. Очень красивая лошадка. Вот эту вот машину нарисовал мой сын. Мы едем на ней в Самару. Та картинка нас тоже сподвигла на художество. Это я нарисовала. Это волк. Это вот качели, мы подошли поближе. И вот горка маленькая для маленьких деток. Очень удобная. Это соседский двор. Вот там вот садик, качели. Воробушек сидит. Приближи его. Сейчас поближе попробую. Вообще не улетит. Не надо ближе. Такой классный. Все, наверное, собрался улетать. Воробей. Такой толстенький, пушистенький. Иди сюда. Иди сюда. Ай, палец. Прямо в палец попало. Тут 89, 1051. Если бы ветра еще не было, было бы хорошо.